Пусть у каждого именно в нашем городе будет любимая и высокооплачиваемая работа. А наши дети и внуки именно здесь видят для себя перспективы. Пусть каждый, кому от государства и города нужна забота, действительно ее получит. И мы обязательно приложим к этому все наши силы. Наш город становится лучше, и это сложно не заметить, потому что это происходит благодаря каждому из вас. А еще благодаря тем замечательным людям, которые сегодня на этой сцене получат почетные звания и награды. Мира, любви, процветания, благополучия каждой ульяновской семье. С праздником!